Турция обвиняет партнера по НАТО, США, в толерантном отношении к курдским отрядам народной самообороны, ИПГ, в Сирии. Наряду с другими ячейками курдского сепаратизма на Ближнем Востоке, Турция считает бойцов ИПГ террористами. Для США отряды ИПГ – это партнеры в борьбе с боевиками ИГИЛ в Сирии. Чашу терпения для Турции переполнил инцидент, когда солдаты спецподразделений армии США были замечены в Сирии с нашивками ИПГ. Американское командование было вынуждено выступить с извинениями. Дело в том, что эти нашивки, знаете ли, запрещены, так что мы приказали их удалить. Не думаю, что будут приняты более строгие меры наказания. Так что ситуация исправлена, нашивки были неуместны, и мы известили об этом наших союзников из Турции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на солдат, симпатизировавших курдам. Пусть уж тогда в ходе сирийской операции они нашьют себе знаки ИГИЛ, фронта Аль-Нусра и Аль-Каиды. Могли бы еще нашивки Боко-Харам сделать для Африки, если они не хотят считать боевиков ИПГ за террористов. Для США, где курдские отряды в Сирии не считают террористами, как и для России, основная задача в регионе — это искоренение власти так называемого «Исламского государства», объявившего своей столицей расположенный на севере Сирии город Эр-Ракка.